продам топливный бак на мопед Рига 13, Рига 26, Рига 30 подходит. Бак, сразу говорю, не течет. Это просвечивается родная краска. И сверху что-то накрасили когда-то другой краской. Я под пескоструйку. И еще, для тех, кто будет красить под порошок, то придется вот это место заудить. Если под акрилы, просто шпаклевки накидать можно. Ямка примерно, ну, с подушечку пальца размером. Чуть-чуть тут есть. Она, может, так не видно, но на ощупь ощущается. Здесь не гнилой, здесь сейчас у них прогнивает. Здесь нормальный металл, гнили нету, рыхлости нету. Внутри условно чистый. Почистить надо, но видно будет, не видно. Сейчас попробую показать. Немножко пятнышки просвечивают. Но рыхлой ржавчины нету. Блестящие. Пятнышки он есть. С песочком потрясти, это желательно. Больше вмятин я не вижу на нем. Вот здесь вот подушку пальца только. Комплект из бака на фото. Вот такая окантовочка тут небольшая. Вот. Цена будет указана в объявлении на Авито. Можем отправить в регионную почту трансферной компании Кит Энергия.